Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Как мы и обещали, мы держим вас в курсе самых ключевых событий в жизни нашей организации. Вчера, 23 ноября 2015 года, состоялся вебинар на тему «Наиболее эффективный способ финансирования Skyway», на который собралось огромное количество желающих. В качестве тем вебинара были заявлены подведение итогов пятого этапа, а также анонсирование, внимание, беспрецедентного инвестиционного продукта от группы компаний Skyway. Сегодня, 24 ноября в 20:00, будет проведен еще один вебинар на ту же тему. Те, кто не смог присутствовать на вчерашнем мероприятии, смогут узнать о новом инвестиционном продукте группы компаний Skyway из первых уст. Вебинар снова проведет эксперт в области струнного транспорта, один из первых инвесторов технологии Skyway и опытнейший спикер проекта Александр Мынко. Также не пропустите, сегодня вечером на информационных ресурсах группы компаний будет опубликована аналитическая статья видного экономического эксперта Кирилла Бадулина. Кирилл Анатольевич известен как эксперт в области экономики, бизнес-планирования и стратегического управления. Он получил образование в Объединенном Венском институте Австрии и Университете Алабамы, США. Более 6 лет занимался подготовкой аналитических обзоров по макроэкономике и денежно-кредитной сфере в Национальном банке Республики Беларусь. Обладает обширным опытом работы на оптовом и розничном, а также на международном рынке нефтепродуктов. Он также известен разработкой системы хеджирования рисков для крупнейшей белорусской нефтяной компании. Статья Кирилла Бадулина будет посвящена новым перспективам развития российской экономики. В связи с ее зависимостью от мировых цен на углеводородное сырье возникает потребность поиска новых точек роста. При этом они должны основываться на существующих преимуществах страны и развитии инновационной составляющей. Кроме того, это должно способствовать росту качества жизни всего населения России и повышению уровня его благосостояния, не нанося ущерба экологии. Прорывные инновационные технологии Skyway и предлагаемые в ее рамках транспортно-инфраструктурные комплексы как нельзя лучше подходят в качестве локомотива российской экономики. Об этом и не только. Читайте сегодня в наших новостях. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за последними обновлениями на сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsvdefisystems.com для того, чтобы не чувствовать, как большая история проходит мимо вас. Присоединяйтесь к нам. Строй Skyway. Спасай планету.